Синько Виктор Демьянович, Госнаркоконтроль. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, скажите, а что вы делали сегодня ночью в клубе 33? Проверяла информацию. Поясните. Мне удалось узнать, что в клубе 33 продают наркотики. Очень интересно. А еще что вам удалось выяснить? Это новый синтетический наркотик под названием вертолет. Ну да, ну да. А вы знаете, что одна такая таблеточка обнаружилась у вас в кармане? Вы понимаете, что это уголовная статья? Хорошо еще, что в крови у вас не обнаружены наркотические вещества. Мы работали над клубом 33 полгода. Мы по крупицам собирали информацию. По нашим сведениям, в сейфе управляющего должно было быть более 1000 таблеток. И все это благодаря вашей милости, товарищ участковый, коту под хвост. Мы разрабатываем ювелирную операцию и в результате выглядим идиотами. В клубе пусто, в сейфе управляющего пусто. Виктор Демьянович, я прошу прощения, правда, я приношу извинения вам и вашим сотрудникам. Я не думала, что... Извинения? На вашем месте я написал бы рапорт об увольнении. Мы проведем тщательное расследование, тщательно. Я лично буду следить за тем, чтобы виновники были наказаны. Почему вы не думаете, что это у вас могла произойти утечка информации? Да знаешь, что я тебе скажу, девочка-припевочка? Только хватит орать. Даже в коридоре слышно. Все на работе орите. А здесь мы людей лечим. Да я, собственно, ухожу уже. А вы подумайте все-таки насчет рапорта. Подумайте. Когда меня домой отпустят? Я уже вроде нормально себя чувствую. Это пусть врачи решают, нормально или нет. А ты лежи, милая, отдыхай, я подежурю, чтобы тебя никто не беспокоил. Спасибо. Вот интересно, Крест, кто нас ментам слил? Не ты ли, а? Тимур, не гони. Я ж себе не враг. Ну а кто себе враг-то? Они же по чьей-то наводке сюда приперлись. Это Колян их сюда притащил, 100%. Это еще кто такой? Кузнецов Колян. Со мной работал. У него подружка сейчас в больнице с передозом. Вот он и перекрылся. Типа решил бороться с наркоторговлей. Ну так надо ему доступно объяснить, чтобы он завязывал там бороться. Займешься? Он на дно залег, мобилу выключил. Но, думаю, выцепить не проблема. Ну и как будешь выцеплять? Через подружку. Она выведет. Сеня, проконтролируй. А то мало ли что. Может, твоя подружка тоже в больничку загремит, разнервничаешься, распереживаешься, провалишь задание. Ну и вдруг все-таки это не Коля нас сдал. Знаешь, что будет, если мы узнаем, что это твоя работа? Привет. Ну чё, ты как? Ну ничего, нормально. Морально готовлюсь к разговору с Николаем Ивановичем. О, ну да, я уж свое утром получила. Слушай, вообще не понимаю, откуда он узнал. Ну как, у него друзей в наркоконтроле знаешь сколько? Они нас и слили, когда паспорта проверяли. Да ты чего? Ну? Да ты чего, хотим, обнимаемся? Ну что, стажер, как дискотека? Хорошо поплясали? Отставить обниматься, когда к тебе старший по званию обращается. Баба. Так, быстро домой в машину. С
Совсем стыд потеряли. По притонам шляешься? Я с тобой потом поговорю. Да я сам понял, что ты. Да я тебя отведу, что ты переживаешь-то? Больно ли за это? О, да-да-да, сейчас тебе растянуться, начнешь Привет. Ух ты, спасибо. Как себя чувствуешь? Чувствую. Но, если честно, как будто меня грузовик переехал. Володь, спасибо, что ты меня встретил. Да ладно, перестань. Ты чего? Ну, а ты об этом что думаешь? Таня, а что думать? Ты им сорвала операцию. Против тебя выступит тяжелая артиллерия теперь. Будет расследование, проверка. Как ты хочешь? Че Краснов? А че Краснов? Рвет и мечет. Mm. Тань, зачем ты туда пошла? Ну, я же просил тебя. У меня чуть инфаркт не случился, когда мне Краснов позвонил. Ну, ладно, ты же знаешь, я не пропаду. Тань, за тобой надо смотреть, как за малым ребенком. Я теперь себе поедом буду есть, что не доглядел. Ну ладно, ты поедом, ты не ешь себя. Mm-hmm. Ты еще живым мне нужен. Правда, что ли, нужен? Правда. Да, а что Макс? Влетело ему, небось? Да в порядке, Макс, чего? Работает уже. Поедем в участок, а? Мне очень надо с ним поговорить. Таня, я сейчас бы на твоем месте Краснова на глаза не показывался. Честно. И потом он тебе дал 2 выходных после травмы, так что на работу тебе не надо. Ладно. Привет, Макс. Надо встретиться. Ну и чё, как сказал? Сидел там вчера на квартире. Такая грудастая баба. Офигеть, ну, чё ты? Вообще. Вообще бомба была. О! Чё за дела? Эй, ты, стрелок! Иди сюда, раз такой храбрый! Или испугался? Ну, валим! И самое главное, они у меня конфисковали таблетку. А у меня нет. Как? Мне дали 2 таблетки. Одну я отдал вам, вторую спрятал так хорошо, что ее не нашли. Макс, какой ты молодец. А куда? Я даже не буду спрашивать, куда ты ее спрятал. Вот и не спрашивайте. Таня, у тебя земля под ногами горит. А ты опять что-то придумал с этой таблеткой. Володь, ну, пожалуйста, ну, успокойся уже. Мне все равно нечего терять. Да, только ты можешь усугубить свою ситуацию, если опять на чем-нибудь попадешься. Главное, чтобы ты ее не усугубил и не рассказал ничего Краснову. Ну, я думаю, ты меня понимаешь, да? Понимаешь. Ну, и что ты придумал с этой таблеткой? Ну, ее нужно срочно отдать на экспертизу. Куда? Кто у тебя теперь ее возьмет? Ну, я же знаю, что ты можешь мне помочь. Володь, ну, пожалуйста. М? Красивая таблеточка. У ЛСДшников тоже марки красивые бывают. ЛСД по сравнению с синтетическим ноу-хау последних лет, это все равно, что аспирин. Или даже еще невиннее. Аскорбиновая кислота. Когда будет готов результат? До завтра терпим. Танюш, прости меня, ради бога, и за Соньку тебе спасибо. Прям не знаю даже, как тебя благодарить. Да за что мне спасибо-то? Ну, что рядом была и вообще помогаешь мне с Сонькой, с Егором.
Ты знаешь, у меня иногда бывает. Ты знаешь, ты в знак благодарности не пей больше и за мужем приглядывай. Я уж не знаю, что ты Мишке сказала, но со вчерашнего дня он мне не говорит, на работу буду устраиваться. Ну и отлично. Вот. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, Татьяна Юрьевна. Правда, голова немного кружится, а так нормально. Ну, отлично. Можно мы с ней поговорим? Я потом ее провожу. Да, конечно, разговаривайте. Сонь, потом домой сразу. Угу. Сонь, ну как тебя угораздило с этими наркотиками? Где ты их взяла? Ну, ты же умная девочка. Ну, мне просто очень плохо было. Я же на папу обиделась, что он опять напился, и на маму. А мне было так обидно, я прям умереть была готова. Не в себе да была. Я понимаю, но никакая обида не стоит этого ужаса. У тебя же есть я, ты в любой момент можешь мне позвонить, и я примчусь. Ну, скажи мне, кто тебе дал эти наркотики? Парень какой-то. Я его даже не знаю. По дороге в школу, случайно. Это первый раз было, честно. Да-да-да, хорошо, да-да, конечно. Ага, перезвоню. Девушка, с вами все в порядке? Нет. Это вредно так сильно нервничать. Тебе нужно срочно успокоиться. Скажи мне, этот парень не Коля Кузнецов? Татьяна Юрьевна, вы что? При чем тут Коля? А что, я вчера в клубе видела, как он продавал наркотики. Этого не может быть. Вы его с кем-то перепутали. Коля не продает наркотики, уж тем более не принимает. А чего ты так выгораживаешь? Ты, по его милости, чуть не умерла. Я его не выгораживаю. Ты подумай просто о других людях. Подумай о них. А что вы сделали с Колей? Вы его арестовали? Поэтому у него телефон выключен. Где он? К своему большому сожалению, я не знаю, где он. Я пойду домой. Мне врачи сегодня сказали, рано лечь спать. Ну подожди, ну куда ты уходишь? Соня, ну что ты сразу обижаешься? Я же не записываю Колю в преступники. Ты понимаешь, он мог попасть в очень плохую историю. И я могу ему помочь, но мне нужно его найти. Помоги мне. Я не знаю, как найти Колю. Я же сказала, что у него телефон выключен. Я пойду. До свидания, Татьяна Юрьевна. Пока. Я завтра зайду к тебе, ладно? Хорошо. Да. Привет. А ты не забыла про кино? Я-то не забыла. Я думала, ты забыл. Я? Почему? Ну, ты же к Тане поехал, да? Ну да. Я думала, у вас дела там на целый день. Более важные дела, чем у нас с тобой. Нин, у Тани срочное расследование. Опасное. Да. Я буду помогать ей столько, сколько надо и в любое время суток. Понимаю. Все понимаю. Просто, Володь, я себя чувствую вторым номером. Не знаю, как. Я заменяю тебе яд, да? 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 Давай сейчас не будем выяснять отношения. Пашка ждет в машине. Давай собирайся и выходи к нам. Я сейчас. Давай, мы тебя ждем. Егор, привет. Ты что так просто открываешь? Даже не спрашиваешь, кто там? А я вас в окошко видел. Понятно. Но все равно. Соня дома? Да, но говорит, что ее нету. Понятно. Ну ты иди спроси, может, для меня есть? Не, говорит, никого не пускать. Понятно. Она что, в комнате закрылась? Да. О, здравствуйте, Татьяна Юрьевна. А, вот, полюбуйтесь. Второй день уже не пью, как стеклышко. Я вижу, Миш. Молодец, я горжусь тобой. Вот видишь, не так уж сложно не пить. Как Соня?
Ольге. Она сейчас на нас обиделась, мы ее дома закрыли. Но решили не пускать на улицу от греха подальше. Угу. Ну. Я с ней поговорю, можно? Угу. Сонь, можно к тебе? Сонь, ну пожалуйста, я же волнуюсь. Сонь, скажи, что с тобой все нормально. Со мной все в порядке. Может, пустишь меня? Я не хочу ни с кем разговаривать. Ладно, хорошо, не буду тебя мучить. Если надумаешь, звони. Тебя ждет, но Соня тебя не пустит, потому что мама с папой никого не пускает к ней. Я знаю. Короче, мы с Соней играем в шпионов. Чего? Нужно, чтобы ты ей шифровку передал. Номер запомнишь? Хорошо? Справишься? Да. Хорошо. Только ты ей на ушко скажи, чтобы никто не видел. Можешь? Да. Слушай, 8-9-0-5. 8-9-0-5. Макс, привет. Ну, Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. Так, а, подождите, вас же шеф отпустил. А ты что, не рад меня видеть? Почему? Очень рад. Очень рад. Смотри, план такой. Я сейчас посмотрю кое-какие документы, а потом нужно будет установить наблюдение за Соней. Она наверняка постарается увидеться с Колей. Нас с Наумовым она знает, поэтому нужен тот незнакомый. Ну, вроде тебя. Как скажете. Да? О! Хулиганы сами пожаловали к нам с повинной? Вы бы лучше действительно хулиганов ловили, а не сидели просто так. Вчера какой-то козлина во дворе прямо в руке бутылку прострелил. Вот осколком ранило. Еще по ногам стрелял, хорошо не попал. Осколки, бутылки. Опять пили на детской площадке? Какой адрес? Генерала Антонова, дом 5. Ну что, вы найдете стрелка этого? Я заявление напишу. Он, по ходу дела, откуда-то с крыши палит. А мне помнится, тут на вас самих заявление лежит. Какие еще заявления? Ну, какие заявления? Это хорошие заявления. Какие заявления? Вот. 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 Макс, вот. Что это? Да это нам анонимки постоянно шлют. Я же вам показывал. Пенсионер, видимо, какой-то. И все напечатаны на печатной машинке. Во дворе по адресу улицы генерала Антонова, дом 5, собака гадит прямо на газон и на детскую площадку. Примите меры. У меня для тебя послание. Коля мне сказал, чтобы я тебе сказала. Коля? Где ты его видел? Когда? Во дворе. Он все рассказал мне о шпионах. И шифр сказал. Очевидно, конечно, что он борец за порядок. Видишь, собачка гадит, он сразу анонимку строчит. Ну да, я думал, записки. Спам от старичков. Нет, ну спам от старичков тоже имеет место быть. Только, знаешь, не каждый старичок сразу за берданку хватается. Не факт, что наш дворовый снайпер старичок, хотя по поступкам очень даже похоже. Сейчас. Да, Володь? А, ну ты жди у подъезда. Угу. Пока. Коля, это ты? Соня, Сонечка, у тебя все в порядке? Да, со мной все в порядке. А? Ты как? Я нормально, не волнуйся. Почему у тебя новый телефон? Так надо. Слушай, я в передрягу попал, но я сам разберусь. Коль, давай встретимся. Нет. Куда мне прийти? Ты не встревай в это опасно. Да мне все равно, опасно, не опасно. Даже не знаю, Сонь. Коль, ну пожалуйста. Нет.
Мама, у меня что-то голова сильно, очень болит. Прямо не могу. Сонь, что, опять что ли? Ты резко не наклонялась? Тяжести не поднимала никакие? Мам, да какие тяжести? Ай, и живот что-то сильно очень. А я что ж делать? Грелку или таблетку, я же не знаю. Мам, мне в больницу надо. Мне врачи сразу сказали, если что, то сразу к ним. Ты сходи, может быть, к Татьяне Юрьевне, пусть она меня отвезет. Позвонить? Где телефон-то? Здесь вроде бы... Ты набери меня! Я не могу, у меня деньги кончились. Ай, как сильно! Ну не стой, иди ложись, я сбегаю, быстрее будет. Таня, а если Соня к нему сегодня не пойдет? Пойдет, я даже не сомневаюсь. Угу. Слушай, что там с вертолетом? Отдали на экспертизу? Сегодня обещали результат. Слушай, Тань, суп просто бомба. Когда ты все успеваешь? Это не я, это мама. О, легка на помине. К тебе приехала мама? Да, у меня вообще здесь проходной двор. Володь, у меня здесь мама, бывший муж, будущая жена, кстати, твоя. В смысле? Ну что в смысле? У тебя вот так много кандидатур? Танюша! Ты дома? Мам, у нас гости. Ты что, с кавалером? Здрасте. Татьяна Юрьевна, Соньке совсем плохо, надо в больницу ехать. Кому поверила? А, у Сони не отвечает телефон. Татьяна Юрьевна, а что теперь делать? Так, вам сидеть дома, а мы будем ее искать. Главное, Егора на улицу не выпускайте. Ну, так, на всякий случай. Егор! Егор! Чисто. Ну-ка, расскажи. Расскажи нам, что тебе сказала Соня, куда она пошла? Мы с Соней играем, это секрет. Во что вы играете? Шпионы. Так, послушай, игра закончилась. Соня в опасности, и, возможно, ее украли другие шпионы. Мы должны ее спасти. Что она тебе сказала? Чтобы я ничего не говорила. О чем? О том, что Коля ей передал послание. Какое послание? Вспоминай. Мы должны спасти Соню, понимаешь? Вспоминай, какое послание? Сейчас. 8-9-0-5. Я тебя в последний раз спрашиваю, где он? Я не знаю. Хватит ломаться, я сказал, а? Я не ломаюсь. И адрес, быстро. Говори дрянь. Я тебя убью и закопаю. Ты поняла? Там за гаражами. Показывай дорогу. Слушай, дружище, а он стоит или передвигается? Отлично. Как только начнет движение, сразу звони. И еще, старик, слушай, позвони Вовке, пусть пришлет по этому адресу пару бойцов. Да, я думаю, могут понадобиться. Давай, спасибо. Так, сигнал совсем близко. Угу. Судя по карте, здесь какой-то пустырь, 39-я высотка по улице, гаражи. Слушай, очень хорошо. Очень хорошо, что у тебя знакомых в море. Сейчас бы ездили, искали. А у меня везде знакомые. Ты думаешь, что они с ним? Не знаю. Сейчас это поймем. Я понял. Сигнал пропал. Коля только что выключил телефон. Нет, он не мог далеко уйти.
Нужно прочесать местность. Руки! Стой, не шевелись! Коля, не виноват! Так, а теперь оба! Встали туда! И руки над головой, руки, я сказал! Тихо, тихо, парень. Ты бы особо не выпендривался. Сюда уже ОМОН едет. Ну-ну. 900 человек с базуками. Слушай, что ты такая неугомонная? Тебе в клубе мало было, а? Девочку отпусти, пусть Соня уйдет. Конечно, сейчас я ее отпущу, а она ментов приведет. Ну, друзья, что делать будем, а? Может, по таблеточке, а? Или сразу по две, чтобы наверняка с тебя начнем, дорогуша, да? Крест. Крест не надо, а? Давай. Давай, ну. Давай, дорогая. И, ай! Это он дал мне таблетки! А ну-ка, давай, руки за голову! Давай, давай, пакуй его! Говори все! Говори, где берешь товар! Я не могу, меня убьют! Я сейчас тебя убью, если ты не скажешь! Я знаю, где это у химика! Я тебя убью, твоя! Ну! Давай этого грузи! Никто тебя не убьет! Говори про химика! Он учится на химфаке! В аспирантуре это он придумал этот вертолет. Говорят, даже сделал себе татуировку в виде формулы на левом плече. На кого он работает? Я не знаю, там очень серьезные люди стоят. Так, где у него лаборатория? Я не знаю, но на 12-м доме есть склад. Там еще такая огромная вывеска, товар для офиса. Тихо, тихо, спокойно. Возле второго подъезда вход. Вот туда его люди привозят весь товар. Звони, Сенько. Уже. Там все. Алло, Сенько, слушай меня внимательно. А нельзя было просто предупредить? Татьяна Юрьевна хотела доложить, но просто времени никак не было. Давыдов, я тебя вообще в другой район отправлю, пока Николай не поздно. Николай Иванович, при всем уважении мы Давыдова не отдадим на сторону. А, вот так. Ну, прям не знаю, что сказать. Большая партия? Не то слово. Я думаю, что они еще и то, что было у директора клуба в сейфе, сюда эвакуировали. Ну что, я вас поздравляю. А в отношении участковой Петровой? А все отзовем. Все отзовем. Все, все дела, все расследования. Так что, Татьяна Юрьевна, можете спать спокойно. Нет, спокойно я спать не смогу. Это почему? Потому что главный поставщик этой отравы еще на свободе. Не понял. Он же автор вертолета, отзывается на кличку «Химик». Всем привет. Вот что получилось. Привет. Эксперты говорят, что такое мог придумать только одаренный человек, профессионал. И что это? Это результаты экспертизы наркотика вертолет. Ну что, коллеги, с утра поедем на химфак? Посмотрим молодому дарованию в глаза. Поедем, я за. Ты куда собрался? То куда ты в участок? Давай работай, поехали. Без тебя управятся. Ну вот. Узнаете вашу подпись? Да. А что с ней не так? Да нет, с ней все так. Но вот сам список реагентов. Вы когда подписывали, вам не показалось, что он несколько странный? Вы знаете, честно говоря, я не обратил внимания. Угу. Бумаг очень много на подпись. Ну ничего, ничего. Мы теперь сами внимательно посмотрим все списки реагентов за последние годы и выясним, какие вещества были востребованы вашими студентами. Проходите, товарищ. Минуточку внимания. Прошу прощения, что прерываю учебный процесс, но к нам пришли товарищи из наркоконтроля, поэтому прошу всех покинуть аудиторию. Рысин, а ты останься. Извините, а следующая практическая тоже отменяется? Ничего не могу сказать, сообщу дополнительно. Угу. Вы тоже можете идти. Кто, я? Да. Спасибо. Да не за что. Я слушаю вас. Закатайте, пожалуйста, рукав. Нет, нет, левый. А вы мне что, вены хотите проверить? Пожалуйста. Нет, вены меня не интересуют. Ну и зачем ты набил себе вертолет? Чего вертолет? Скромнее нужно быть. Вот формула синтетического наркотика вертолет, которую ты изобрел и увековечил у себя на руке. Да, только у меня здесь не формула, а несуществующие элементы, не имеющие ничего общего с вашей бумажкой. Это не бумажка, молодой человек. Это результаты экспертизы. Я думаю, что мы сделаем еще одну, чтобы удостовериться, что наш образец был изготовлен именно в этой лаборатории. А теперь я предлагаю
пробежаться по списку реагентов, который вам предоставил любезно ваш вуз. Так, фенилуксусная кислота. О. Хлористый калий. Пенеридин. Красота! Слушайте, вы у меня дома обыск, что ли, проводите? Это моя личная лаборатория? Тут каждый день по 100 человек работает. Да, Расин. 100, а может и 200. Но это не важно. Важно то, что в тюрьму сядет только один, лет на 15. Или не один. Может, вы в тандеме работаете? Олег, если вы будете сотрудничать со следствием, вас раньше выпустят, это я вам обещаю. Я не понимаю, о чем речь. Ну, тогда не будем терять время и продолжим разговор в отделении. Прошу вас. Ну, ты уже понимаешь, что ты сядешь. Вопрос только насколько. Да, я не тупой. Конечно, ты не тупой. Ты же кандидат наук, да? Я бы с удовольствием помог следствию. Но я отвечаю не только за себя, но и за своих родных, понимаете? Конечно, я понимаю. Ты думаешь, твоя семья как-то пострадает, если ты назовешь имена? Я не думаю, я уверен. Это было одно из условий нашего договора. Если я их сдаю, то они принимают определенные меры. У меня дочки 2 годика. Здорово. А ты никогда не думал, что твоя дочка вырастет, попробует наркотик, который приготовил папа, и умрет? Да я вынужден был этим заниматься. Они меня заставили. Кто они? Это страшные люди. Это даже не люди, это целая система, мафиозная структура. Вы ведь все равно всех не пересажаете. Я вам скажу, кого знаю, а остальные будут гулять на свободе. И семье моей покоя не дадут. А меня убьют прямо на зоне. Хорошо. Давай без имен. Что за система? Чем они занимаются? Как ты с ними связался? Ну, из-за вертолета и связался. Первоначально я его задумал как мощное успокоительное средство в медицинских целях. Это было 5 лет назад. Очень долго искал формулу, потом выяснился случайным образом побочный эффект. Наркотический, очень сильный. Ну, я стал продавать своим. Они узнали и пришли ко мне. Подожди, кто пришли? Наркомафия? Да. Сказали, или ты работаешь на нас, или ты вообще больше не работаешь и не живешь. Ты поставлял им только вертолет? Или у них были какие-то специальные заказы? Все крутилось вокруг вертолета. Они постоянно требовали его как-то модернизировать, чтобы его можно было употреблять не только взрослым, но и детям. Детям? Да. Детям, в смысле, подросткам? Нет. Ну, в смысле, маленьким. 3-5 лет. А зачем это было нужно? Не знаю. Это было изначально наше условие. Я не спрашивал, но они как-то и не объяснили бы мне все равно. Кто они? Да кто они? Кто они? Ты можешь сказать, кто? Скажи мне имена, кто они? Доверите вы руки кто? От меня! Кто? Не знаю я кто, убери, я сказал! У меня дочь похитили 5 лет назад, ты понимаешь это или нет? Да ничего я вам мне не скажу! Мне нужны имена! Ничего не скажу! Мне нужны Таня, имена, Таня, слышишь? Таня, успокойся! Таня, успокойся, Петрова! Уведи его отсюда! Володь, пусти меня! Пошли! Рысик Таня, знает, кто похитил Надю! Да успокойся! Ты понимаешь, ты, он Таня. Знает, кто похитил Надю! Все, тихо! Отпусти тихо. Меня! Отпусти меня! Володь, ты понимаешь, что это те самые люди? Это не ложный след. Ты понимаешь, что это они? Успокойся, успокойся, я тебе верю. Сейчас надо успокоиться и подумать, как нам с тобой заставить говорить этого химика. Я думаю, он теперь долго ничего не скажет. Да, прости, я не смогла сдержать себя в руках, понимаешь? Когда он начал рассказывать, что они кормят наркотиками детей, тихо, тихо, понимаешь? Все. Маленьких детей. Тихо, успокойся. Все, Тань, ты же сильная девочка. Успокойся. Все. Нина!
Танечка? Танюш, я тебе травяной сбор принесла попить. Тань, можно войти? Таня, обещай мне хотя бы месяц покоя. Честная пионерская. Ой, ты знаешь, я тебе не верю. А вы, между прочим, тоже мне Синько кое-что обещали. Кузнецову посадить не вопрос. Да-да, только не перепутайте, когда будете сажать. Кузнецова старшего. Ты знаешь, я бы их обоих посадил. Не-не-не, Коля исправился после знакомства с нашей Соней. Он вообще не при делах, даже крест подтвердил. Ну, дай бог, дай бог. А как насчет второго обещания? Напомни. Ой, какая у вас память короткая. Вы что, не помните? Ладно. Ключевое слово «клуб 33». Ну, хоть Сейко и обещал. Тебе правду или как? Ну, как вы думаете? Ну, не закроют они ничего, Тань, не закроют. Единственный шанс – это большая облава. Ну, типа, вроде той, которая сорвалась, по твоей милости. Теперь следующую. Ждать минимум полгода, они там в клубе не дураки, подставляться никто не будет. Вот такая вот история. Ну да. Да. Но я вас услышала. Тань, Таня, я тебя умоляю, ну не лезьте только туда, пожалуйста. Толка не будет, а вреда почти наверняка. Азаров здесь? С кем это он? Понятия не имею. С каким-нибудь приятелем. Какая разница? Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Я не удивлюсь, если сейчас этот приятель из-под пиджака извлечет огромную пачку тысячедолларовых купюр. Тань, перестань. У тебя какая-то мания. Я эту манию в тебе не поддерживаю. Азаров берет взятки. Это очевидно для всех. Азаров хороший следак. И он имеет право на личную жизнь вне работы. Так же, как и мы с тобой. А зарабатывает он, я тебе 100 раз говорил, на ставках. Ну какие? Какие ставки? Какой же ты наивный. Это все так для отвода глаз. Ставки. Да, алло. Да, Ниночка, привет. Володя? Меня нет. Володя сейчас сидит напротив меня. Дай тебе трубочку. А, мы забежали с коллегами перекусить. Угу. Хорошо, передам. Да, целую тебя, пока. Включи, пожалуйста, телефон. И позвони уже, наконец, Нине. Можно я потом позвоню? Володь, она очень хорошая, правда. Я не хочу, чтобы ты ее обижал. Ей очень нужен настоящий мужчина. Я и правда, правда хочу, чтобы она была счастлива. А тебе не нужен настоящий мужчина? Нет. Мне очень нужно домой. Мы же только что пришли. Я передумала, Володь. Пожалуйста, позвони Нине. Не забудь, а то опять она будет мне звонить, будет это неприятная, неловкая ситуация. Ладно?
Пока. Тань. Спасибо. Добрый вечер. Кость, привет. Привет. Мы вместе работаем просто. Привет. Привет. Посидим? Да, конечно. Конечно, посидим. Проходи, я только чай буду, ладно? А то у меня завтра очень тяжелый день. А у тебя каждый день тяжелый, Тань. Это я, бездельница, богема. Несу со сцены всякий бред. Нин, ты чего? Что случилось? Мы с Наумовым расстались. Как расстались? Подожди, он ничего не говорил. Ну вот видишь, какая незначительная новость. Он даже ни с чем нужно поделиться. Подожди, все же было хорошо. Ты так радовалась. Володя тоже был явно тобой увлечен. А по-моему, Володя давным-давно увлечен тобой, Танечка. Господи, только ты не говори, что ты из-за этого его бросила. Ну, правда, нет никакого повода для ревности. И не стала бы я вас знакомить, если бы имела на него хоть какие-то виды, Нин. Я не знаю, Тань, какие виды у тебя, но я прекрасно вижу, какие чувства испытывает он. Я никогда не была запасным аэродромом. Я не собираюсь им становиться, понимаешь? Нин, что ты такое говоришь, а? Ну, что ты накручиваешь, как всегда, на пустом месте? Господи. Тань, прости меня, прости. Я тебя очень люблю. Ты моя единственная подруга. Нет, нет, нет. Я не позволю, ни один мужик нас не рассорит. Я слышу, я знаю, знаю, что это так. Я просто хочу, чтобы вы с Володей были счастливы. Вот и все. Я не буду с ним счастлива. Как ты не понимаешь? Я хочу, чтобы меня любили. Только меня. Я не могу, когда мой мужик вскакивает посреди ночи и несется спасать свою боевую подругу. Ты знаешь, какой он со мной невозмутимый. Влюбленный человек не может быть таким холодным. Он должен быть немножечко на взводе, понимаешь? А он просто дежурно приходит и дежурно уходит. Нин. Нин, Володя порядочный человек. Он не стал бы с тобой встречаться, если бы... Ну, если бы ты не интересовала его как женщина, Нин. Я все решила, Таня, я не передумаю. И последнее, что я тебе скажу. Вы с Володей должны быть вместе. Что? Обо мне не беспокойся. Я эту ситуацию переживу, правда. Я даже с удовольствием спляшу на вашей свадьбе. Так что, если тебя что-то держит, нет проблем. Не стесняйся. Действуй. Нин, я не стесняюсь. Я просто не люблю.